Тюльпаны разных оттенков и размеров, с луковицами и без, в упаковке и прямо с грядки. Такое разнообразие видят все, кто заходит или заезжает на ярмарку около молодежного центра «Горизонт». Специально перед Международным женским днем на эту площадку пригласили продавцов цветов со всего округа. Одни из первых покупателей встречают тюльпаны из Крауновки, причем почти все с луковицами. Цена едина – 100 рублей за штуку. Люди просили именно с луковицами, так как мы в прошлом году их заранее убирали. В этом году решили прямо с луковицами. Люди берут очень хорошо и просят даже отдельно луковицы наложить в пакетик. А есть шансы с такой луковицы прорастить тюльпан? Ну, если очень повозиться, то да. Эта семья из Уссурийска уже 5 лет выращивает тюльпаны. Такое занятие придумали себе на пенсии, чтобы не заскучать. И теперь при поддержке детей готовятся к каждому сезону. В коллекции порядка 15 разных сортов, в том числе пышные пиановидные. А эти махровые тюльпаны – изюминка ярмарки – приехали в Уссурийск из Артема. Рядом с гостями нашего округа его жительница Наталья Калинина из Глуховки выставила на прилавок не тюльпаны, а корейскую хризантему. Сразу 3 вида. Белая, золотая и розовая. Все достойные, все красотки необыкновенные. Вот. Почему сейчас продаю, что вот даже с моих можно себе еще отпосынковать. Ну, то есть или для себя еще рассадку сделать дополнительно из этого, или же кому-то на подарок. Ну, я продаю вообще 100 рублей стаканчик, но если люди берут 3 вида, по 250, то есть по 80 рублей получается. Правда, Наталья завтра не приедет, праздник все-таки. Но другие продавцы станут ждать покупателей на прежнем месте у молодежного центра «Горизонт». Ярмарка проработает примерно до 16 часов. А помимо цветов, здесь можно будет найти декоративные композиции и сувениры. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс.